Производственная компания «Ярославич». Производитель ресурсосберегающей техники для сельского хозяйства. Культиватор блочно-модульный КБМ. Он предназначен для комплексной предпосевной обработки почвы. Как показала практика, за один проход агрегата по полю выполняется ряд операций. Культивация, создание шероховатого дна обрабатываемого слоя, подрезание и вычесывание сорняков, идеальное выравнивание поверхности поля, подповерхностное прикатывание на глубине посева и мульчирование поверхности поля. Это обеспечивает повышение урожайности при значительном снижении энерго- и ресурсозатрат. Возможность окончания весенне-полевых работ на 1-2 недели раньше обычной технологии. И еще одна очень важная особенность. Данные агрегаты сохраняют влагу. Конструкция культиватора включает в себя 3 или 4 ряда пружинных стоек со стрельчатыми или оборотными лапами, планочно-зубовый выравниватель, одинарный или двойной прикатывающий каток. Культиватор КБМ успешно прошел испытания на Западной, Поволжской и Кубанской МИС. Он отлично зарекомендовал себя во многих регионах России и по праву может считаться одним из лучших почвообрабатывающих агрегатов. С фирмой «Ярославич» мы работаем 7 лет. Техника данной фирмы нас устраивает по всем параметрам. И по цене, и по качеству обработки, и по производительности. Я считаю, что среди аналогов отечественных производителей это лучшая техника на данный момент времени. Культиваторы блочно-модульные КБМ выпускаются в разных модификациях со следующими техническими характеристиками. Ширина захвата от 2,1 до 14,4 метра. Рабочая скорость от 8 до 15 км в час. Глубина обработки от 4 до 8 см. Производительность от 1,5 до 11 гектаров в час. Агрегатируется с тракторами класса тяги от 0,9 до 5. Завершающим звеном в почвообрабатывающем комплексе «Ярославич» является культиватор для сплошной обработки почвы КСО-10П. Совмещает операции основной, предпосевной и паровой обработки почвы. Выравнивает поверхность поля и способствует сохранению запасов почвенной влаги. Культиватор может работать по стерне на глубину до 12 см. Комплектуется стрельчатыми лапами шириной 250 мм. Культиватор КСО-10П выпускается со следующими техническими характеристиками. Ширина захвата 10 метров, производительность 7-8 гектаров в час. Глубина обработки от 6 до 12 сантиметров. Рабочая скорость от 10 до 12 километров в час. Агрегатируется с тракторами не менее 4 класса.
продукции. Сегодня мы с гордостью можем говорить о том, что в Ярославле есть предприятие, производящее современную ресурсосберегающую технику и оборудование для сельского хозяйства.